Так, ну этот вывод у нас намного лучше. Уже более 50%, наверное, вылупилось 100%. Процент вывода я скажу позже, когда уже закончится масло. Тут уже, наверное, больше 150. Вот у нас третий ладончик вылупилось. Один силадончик, второй вот спит с черными спинками. Вот третий силадончик. Все цыплят хорошие, активные. Уже носятся, бегают. Начали лупиться на 17 сутки, то есть 16 полных суток и 10 часов прошло. И вот начали лупиться. То есть яйцо, я думаю, достаточно качественное у этого поставщика. Ладно, не будем охлаждать, пусть греются дальше.